Скажите, пожалуйста, несколько слов, как вот вам этот чемпионат? По-моему, ну, серьезный такой уровень, уже взрослый, да, у вас, и что-то получается. Может быть, немножко не хватает каких-то, как бы, секунд, даже не хватило 12 соток до норматива, как-то прославились, но, в принципе, как вы оцениваете свое воспитание? В общем, довольна. Ну, есть, конечно, свои недочеты где-то, а так, в основном, все нормально. Ну, у вас большой шанс попасть на чемпионат мира. Вы знаете, прекрасно, в эстафете, числе по стокам минированным, будете помогать девчонкам бороться, конкурировать там за призовое место, тем более с такой спортсменом, как Юлия Фимова, у нас, по-моему, есть шанс на медали. Если возьму, то, конечно, буду помогать. Ну, в принципе, это, по-моему, самый яркий ваш пока чемпионат, да, России, взрослый? Да. Как бы, сколько медалей уже получили, считали? Ну, со 100 спиной получается 3 медали. 3 медали, да? И вот, в частности, золотая, по-моему, сегодня первая. Это ваша первая медаль чемпионат России взрослого? Да. Ну, хоть какие-то эмоции есть такие, хоть какие-то? Ну, не очень, потому что я недовольна результатом. Ну, все равно, можно сказать, что... Ну, тогда я рада, что первое место. Ну, к чемпионату мира будете готовы? Ну, наверное, да. Ну, хорошо, удачи вам. Все получится, не переживайте. Спасибо. Спасибо большое вам.